Приветствую всех, мои родные, любимые христолюбчики, сердцу моему, дорогие братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Добрые вы или еще злые пока, всех я вас приветствую, всех рад видеть на этом ролике, в этом ролике, на этом канале в частности. Сегодня я снова хочу обратиться к вам с просьбой о нужде, есть Ольга Косоногова. Кто знает, сейчас я. Вы всегда можете, во-первых, э... ну, прежде всего, я вам покажу свой сайт. Здесь всегда вы можете найти кнопочку Поддержать вверху или в меню в левом раскрыть. Здесь она всегда есть. Ну, или в самом низу. В подвале так называемого сайта тоже есть это поддержать ну естественно на мобильном меню все то же самое всегда вы все это найдете но в мобильной версии на нее кликнув вы перейдете на страничку где у меня тут ролик по пожертвованиям для нуждающихся все мои реквизиты для перевода ну и мой ролик обо мне, о моей работе, то, чем я занимаюсь, как я вижу свою жизнь, свое служение. Но речь сегодня не обо мне. Тут, естественно, есть ссылка с переходом на плейлист для нуждающихся. И когда вы по ней перейдете, вы вот попадете на плейлист на канале о нуждающихся. Здесь все, когда я какие-то крупные сборы для кого-то объявлял, вот, в принципе, я там почти ничего никогда не закрывал. Они есть, можно познакомиться. Тут есть ролик и о Ольге Косоноговой. Раньше я делал с какими-то картинками. Вот последние ролики, кто заметил, я перестал там. Ну, мне долго все это тяжело делать. Там, если это каждый значок, все это... Я просто вот делаю такой стандартный значок. Единственное, придаю каждому ролику порядковый номер. Шестой, седьмой сегодня, получается, будет у нас восьмой. Вот и когда крупные нужды я вот объявляю и буду все собирать. В принципе с историей Ольги можно тоже познакомиться. У нее двое детей, у нее там дефект речи. Вот у нее тяжелая ситуация. Она обратилась ко мне еще. Уж сколько прошло? Сейчас мы с вами секундочку. Все эти сцены пока перенастроишь пока здесь делаешь так вк вот вконтакте она мне там написала это было 5 апреля 19 года ну полгода назад вот мы с ней стали тогда переписываться сейчас до листа ну вот вы видите 5 апрель вот мы ей помогли тогда у нее даже ребенка забрали куда там, я уж не помню. Ну, не суть важно, где дом или, да. Мы помогли там коммунальные все эти платежи восстановить для дома, кое-что купить, чтобы все было для ребенка. Вот, потом мы еще там, ну, вы видите, постоянно мы помогаем, делаем там переводы. Я и всегда, естественно, всем, кому помогаю, сбрасываю скриншоты с Сбербанка там, да. Вот, потом мы там еще раз у нее там долги были разные, мы сколько могли все помогали, закрывали, я говорю, тогда потом еще был такой небольшой крупный ну, сбор, но я уже о нем не объявлял, мы сами старались там маленькой команды своей решать, я вам так пролистываю, да, вот у нее трудности, там, естественно, живет она в деревне, там у нее, как у всех, трудности с работы. Сейчас она вроде бы устроилась там на хлебзавод, говорит, и тут же у нее опять сынок заболел, лишаем, она сейчас его лечит. вот она мне, кстати, сбрасывала. Вот, не знаю, что у нее из этого получится. Вот, все время ей помогаем, тоже сколько можем. Сейчас опять тяжелая ситуация, но она мне еще тогда как-то скинула, понятно, никому не хочется все свои... Но это не грехи, а так сложности объявлять, да. Вот, у нее был еще долг по карте, она мне тогда сбрасывала, да, и я бы ей помог закрыть, да нечем у меня было, да, ей помочь. Вот, и уже, как говорится, поджало все равно, надо и с этим помочь. Я также хочу всех, кто знает так, сначала я вам покажу, 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 покажу. Кто не в курсе, может быть, есть у меня канал Христолюб Лайв, самый первый мой, но он как только не назывался, в оконцовке сейчас стал моим лайвом. Там я ролик о Телеграме записал. Кто не в курсе или не видел, не знал об этом канале из новых моих подписчиков, потому что этот я пока ролик... Я бы все эти по поводу, не знаю, сборов, думал, что здесь на лайве выкладывать, но так как многие уже об этом канале забыли, моем, ну так как он был по-другому переименован, я записал здесь ролик о Телеграме, что всех приглашаю, кто заинтересовался, можете перейти на этот канал, Ссылки я дам либо в описании. На самом деле они везде, вот здесь в правом столбике есть. В описании к ролику все можно найти на сайте, да. Вот. Я всех приглашаю, там я и пригласил, и здесь еще раз хочу это сделать. Сейчас до Ольги мы доберемся еще более подробно. А почему я здесь об этом говорю? Говорю, потому что не все там, я смотрю, может быть, посмотрели, не в курсе. Там я более подробно, поэтому здесь распыляться я не буду по поводу Телеграма. Кто хочет, перейдет, посмотрит, разузнает. У меня уже давно как бы есть этот канал. Это не группа, вот. Туда вы можете тоже просто добавить, установить себе Telegram. Он безопасный в плане переписки, самый в мире, вроде как, да. Мне он больше всего нравится. Это, по сути, тоже моя новостная лента такая. Никто там, кроме меня, писать не может, то есть, это моя такая информационная лента. Я ее раньше не вел, и вот с недавних пор, вот буквально две недели назад, я стал ее вести. Здесь я что-то свое выбрасываю так скажем что мне интересно какие-то рекомендации быстро потому что все эти соцсети они все-таки тоже кого-то кто-то есть в них кто-то нет вот а это все-таки мессенджер подобный whatsapp viber можно даже сказать skype но мне он больше всего нравится я всем его рекомендую установить не пожалейте тем более если хотите быть со мной тоже всегда на связи вот. Здесь я, естественно, тоже буду сбрасывать и о своих нуждах и о нуждах тех, кто меня окружает. Вот я сбросил последнюю переписку с Олей. И вот тут я уже написал, что у нее долг по этой карте. Но она мне вот скриншот сбрасывала. Тут вы видите. Так, я даже не знаю, вы его увидите, когда я его приблизил или нет. Не могу посмотреть одновременно. Вот. Ну ладно, не суть. Вот. Здесь мне проще вести все вот эти вот отчеты тоже. Я говорю, если у кого есть желание быть всегда на связи, быть всегда в теле Христом, так скажем, друг друга связкой, вот мне, я буду очень рад вас здесь видеть. Здесь 23 участника, сейчас я, конечно, не всех этих людей знаю, потому что многие добавляются. Ссылка открыта, ссылку, в принципе, я добавлю. Она всегда есть в описании в моих контактах. Всегда вы сможете эту ссылку найти в контактах на сайте на моем. Поэтому описание откройте, там посмотрите, контакты для связи и найдете. Если что, телеграм установите, добавьтесь ко мне в личку, там напишите что-то. И потом, или сами по прямой ссылке можете в эту группу добавиться, или я вас сам добавлю вручную. Здесь мне отчеты будет проще делать, да. Вот я написал, что у нее 16 600 долг, ну и за коммуналку опять надо. Я говорю, еще неизвестно, когда оно встанет на ноги, потому что надо и помочь ей и сейчас из долгов вылезти, и понятно, еще месяц мы ей каждый раз помогаем, и есть даже нечего. Вот, и даже если на эту работу сейчас сынок поправится от этого лишая, мы ей лекарства купили, там что могли... Вот, пока она работает, пока первая зарплата, все это еще опять надо будет помогать. Поэтому даже эти суммы не конечные. Мы всегда помогаем. Ни один раз, ни два. Я ни от кого, кто знает, никогда не отворачиваюсь. Кстати, несмотря на то, кто ко мне какие чувства испытывает? Вот. Многие меня не любят, недолюбливают, терпеть не могут и так далее. У меня тоже не со всеми всегда теплые отношения. Но когда люди ко мне обращаются, я помогаю всегда, даже врагу. Да? Тем более, когда речь идет о еде, питье, жилье, коммунальные платежи какие-то нужные, бытовая техника. Я, кстати, мы стараемся собирать на все. Ну, какая мамочка будет стирать вручную там, да? Естественно, стараемся всегда помогать, чем можем. Вот. Я уже здесь написал. Всегда в себе стараюсь показать пример. Ну, у меня вот набралась пятерка. Я эти пять тысяч ей отдам. Пишу, осталось 15 тысяч. Давайте напряжемся. Всем спасибо. Ну, Алочка сразу там перебросила меня. Все, мне, видите, легко писать там. Тысяча рублей, Алочка. Я здесь все ваши платежи, кто меня знает, я сам никогда рубля не брал, да. Мне в свое время тоже помогали и до сих пор помогают по копеечке. И собирать всегда с горем пополам обычно получалось. Хотя реакция слабенькая, как я считаю. Но все равно спасибо всем. И обычно спасали те, кто обычно какими-то крупными суммами просто помогал. И зачастую двумя-тремя платежами все это перекрывалось. Но я всегда говорил, не забывайте, что и 100 рублей это деньги. И вообще, главное, не деньги, а участие. Хотя, я говорю, надо помогать людям целиком. Надо решать их проблемы. Вообще, что мы за христиане, если мы не можем явить той любви, которой нас учил Иисус. Вот. Поэтому по поводу группы это я всех приглашаю. Мне будет здесь проще. <к Natalie> потому что, я говорю, мы помогаем. Я не один, я говорю, и те, кто меня окружает, они все сами себя знают. Помогаем мы постоянно, потому что эти люди мне пишут постоянно. Они не, их, коммунальные приходят каждый месяц. Нужды, болячки, здоровье, еда она нужна ежемесячно. И они не могут сами выкарпкаться. А если выкарабкаются когда-то, ну, слава богу, кто-то при мне и выкарабкивался за счет тем, причем именно нашей помощи. И слава Богу, вот, я призываю всех не оставаться равнодушными. А то, знаете, мне мои ролики напоминают слова Якова, что их посмотрели. И пошли и забыли обо всем, да, как-то выглядит, и чё, о чем я вообще просил. Вот. И здесь вот мне будет проще просто все эти отчеты вести, да, потому что на YouTube вот, ну, сейчас крупные, но, потому что я сам где, я их возьму. Я и не справлюсь, это вот пятерка, сейчас я еще покажу, как мне переводят, да. Вот. И это причем постоянно, понимаете, это же не раз, два, три, вот там у меня сколько роликов, но это были крупные сборы, когда действительно нужны были достаточно большие суммы. Для меня вообще это большие суммы. Потому что я говорю, я все время им даже говорю: вас у меня много, а я у вас один. И вокруг меня нет никого на такой близкой дистанции, чтобы я. Вот они думают, где я их беру. Я говорю все время, что я их не печатаю. И мне никто не засыпает деньгами. Конечно, блогеру в чем только не обвиняет. Я рубля никогда не взял, тем более с вдовы или с сироты. Вот. И всегда еще сверху прибавлял, сколько можно было. Вот. Всегда в себе показываю образец, естественно. Я вот и написал здесь, что пятерку я сегодня уже перечислю, чтобы у нее там, потому что к ней вчера, сегодня она мне уже я еще не перебросил, но вот могу показать нашу переписку, она уже мне сегодня опять написала. Это вчера был разговор, что уже сегодня опять приходили, сказали, так будет ходить каждый день, хотя вроде дали как неделю. Вот, но так будет поход до бесконечности. Я сегодня переведу, чтобы там что-то сняли, чтобы она за коммуналку заплатила и что-то уже сняли в счет этого долга. Там, в принципе, на автомате с этой карты списывается через некоторое время, но она сказала через личный кабинет может успеть заплатить за коммуналку, а все остальное снимут с этой карточки. Вот. Давайте поможем заплатить, потому что все эти еще кредиты, она когда-то взяла, когда родила ребенка, до сих пор отдать не может. Вот. Одному всегда человеку тяжело, а вместе нам легко. Вот, вот я почему и написал, что уже пятерка есть, алочка, вот тебе уже 6 тысяч, уже меньше, уже всего 14 надо. Вот хочу вам показать, я говорю, на своем... Опыте. А. Так, где у меня почта-то? Вот она сейчас. Вот мой почтовый ящик. <coughs> вот мне сегодня... Я даже не знаю, конечно, некоторых людей, потому что то ли кто стесняется, то ли боятся, не знакомится. Ну вот я просто такой перевод вижу. Впервые LexVet отправил мне 50 евро, но это около 3000 плюс-минус. Я не знаю, сколько там евро. Я потом на вывод ставлю. Можно всегда комментарии. Во-первых, я всегда прошу писать комментарии, кому что, зачем. Потому что, да, бывает, я делаю. бывало такое, я одновременно несколько сборов делал, да, получалось так. Вот, или плюс, если вы в будущем будете помогать, все равно. Ну и вот Лекс написал комментарий. Дмитрий, благодарю за проделанную работу. Прошу и прошу не останавливаться. Иди дальше с Богом. От меня. Братское. Спасибо и поклоны объятия. Я вот всем свидетельствую, что я эти деньги... Вот казалось бы, человек, в принципе, он же не для, не для Ольги перевел. Я все отдам, мне ничего не надо. говорю, кто знает, я за эти года, еще с тех пор, когда начал проповедовать. И я говорю, первый сбор объявил. И мне, кстати, помогли в деревеньке с этим домом за 70 тысяч рублей. Тогда я его приобрел. И потом другие стал сборы для нуждающихся ко мне стали обращаться. Я всегда старался помогать, потому что все это, знаете, что наша жизнь? Ничего. Вот, как ее надо прожить? Постараться всячески сделать всего хорошего, чтобы побольше, чтобы переквасить свою злую природу. Вот. Я поэтому говорю всегда: я, мне ничего не надо. Я за эти годы не скопил ни на квартиру, ни на машину, ничего у меня не приобрелось, ни одежды, ни каких-то. Да ничего. Вот. Поэтому я говорю: в чем меня тоже только не обвиняли, что я чуть ли не наживаюсь еще на этих. Вот. Но кто всегда был со мной в группах или где-то рядом, тот прекрасно знает мою жизнь. Вот здесь то же самое. Я говорю, для меня главное сейчас закрыть этот вопрос. Причем я говорю, даже эта двадцатка желательно собрать больше. Потому что она, Оля, напишет опять через пять дней, потому что ей им есть нечего. Вот, соберем 30, хорошо. Вы все это увидите, я все... Ну, я могу потом, конечно, записать ролик на Ютубе, но мне бы в идеале, чтобы вы, кто хочет в этом участвовать, кто хочет быть всегда на связи, вот, всегда как-то все это мою органическую жизнь видеть, я говорю, пожалуйста, установите себе Телеграм, хороший мессенджер, не пожалеете и добавитесь, или я вас добавлю в группу в Телеграме, там бы мне было проще все эти отчеты строчить, там все просто, я говорю, все на связи, пришел перевод, я туда сделал, все все увидели, и вы увидели, что все прошло, и не надо спрашивать, и переживать, вот И все отлично. И видите, какие результаты, и сколько хватает, не хватает. Вы знаете, вы же помните прекрасно, что Иисус нас учил чему? Любить не только своих, не только любящих нас. Любящих любят только и грешники. А грешники где у нас? Ну, насколько я знаю, они все в аду горят. Вы помните, Господь рассказал притчу о ближнем. Я, вы знаете, постоянно о ней говорю. Кто такой ближний? Человек нуждающийся на пути нашей жизни. Горе нам христианам, если мы не решаем проблемы этого человека. Вы знаете, эта притча, она удивительна. Она же говорит нам Иисус, какую прекрасную игру. Он не просто, знаете, проехал мимо и покачал головой, вах, вах, вах. Он не просто пере, пере, помазал ему там эти ранки маслицем, там водички дал попить под салбастер. Нет, он этого человека посадил на своего осла. Сам встал и пошел рядом. Он привез этого человека, неважно, в гостиницу, в больницу, что там имелось в виду, это уже не суть важно, как нам перевели. И заплатил этому человеку, чтобы тот выходил этого человека, потому что сам имел другие дела. И более того, сказал, что вернется и все проверит. И если этот человек удержит что больше, на него. Он ему сказал, ты сделай это, я все тебе возмещу. Вот это действительно удивительная притча Иисуса. И когда он этой притче ответил вопрошавшему ахтомную ближний, что Иисус сказал ему после этого? Когда Иисус, им, когда Иисус вы помните вообще эту историю, то евангельскую из Луки, когда Иисуса спросили, какая больше и меньшая там, неважно, по Луке больше, наивысшая заповедь в законе, и этот книжник, Иисус сказал, потом этот книжник, мы помним, произнес то же самое, сказал, да-да, любить Бога и ближнего, есть выше всех всесожжений и жертв, да. Что Иисус ему ответил? Недалеко от Царства Небесного. Люди, знающие это, они не вошли в Небесное Царство и не входят. А кто входит? Когда тот спросил, ну а кто же мой ближний? Иисус, рассказав эту притчу, что ему Иисус сказал? Иди и ты, поступай так же, тогда будешь иметь жизнь вечную. Ну, я немножко интерпретировал, Иисус чуть по-другому сказал, да? Иди и поступай так же, нам сказал. И будешь иметь жизнь. Вот, не забывайте об этом никогда. Вот, мои проповеди, они не праздные. Я не хочу, чтобы они, знаете, я говорю, были как действительно вот это вот зеркало Якова, я бы его так назвал, в которое мы смотримся, слушают меня и все. Вот. Мне хотелось бы, конечно, достучаться до ваших сердец. Это здорово помогать людям, да, это здорово светить. И действительно, знаете, не просто этими праздными словами. Вы знаете всю жизнь Иисуса, Он все время делал. Делал, 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 делал. Вот эти вот спасенные поверье это горе, конечно, людям этим. Иисус делал, 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 говорил, 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 делал, делал, делал. И это здорово. Да, вы знаете, я говорю, когда вы попробуете это делать и всю свою жизнь повернете на. А любовь к людям, не вот ты, не только к любящим тебя а и к посторонним, и к врагам. Сегодня, уж, ладно, не буду вас многим как жало в плоть говорить о любви к животным. но я скоро об этом ролик запишу, сегодня не будем. Но о людях поговорим. То вот. действительно, надо по по понять, что любить любящих ⁇ это и грешники любят. И они в аду все. Вроде как, да? Вот. Так что давайте учиться любить не только любящих, долбить свое сердце делами, ибо, как Яков прекрасно сказал, делами моя вера, мое мировоззрение, через дела, моя сущность, природа, существительное. Бог есть любовь, любовь существительная. Как эта любовь во мне преображается? Через дела я люблю. Я что-то делаю, и через дела, моя сущность, мое существительное, чтобы я стал человек стал есть любовь мог о себе сказать сказать я есть любовь надо действительно через дела свою сущность изменить вот. поэтому я всех призываю я говорю конечно же моя мечта большой канал где мы будем много добрых дел творить это было бы здорово если даже это будет занимать много времени я уверен что я найду для этого помощников тех же самых как я говорил безработных в тяжелой ситуации людей, Мамочек там, не мамочек, неважно, инвалидов, можно все это как-то организовывать, но пока этого нет, пока приходится довольствоваться тем, что есть. Вот, в принципе, я все сказал, по поводу переводов тогда еще я скажу, что я скажу, сейчас я открою. По поводу перевода на сайте все есть, реквизиты все есть всегда под роликом под любым и есть на сайте. Я вчера еще подумал, есть проблемы, я знаю переводы с Украины, с Белоруссии. Я сегодня постараюсь в Сбербанке выяснить, есть ли какая-то возможность открывать мне в России какие-то белорусские счета или как-то, я не знаю, страны СНГ, Казахстан, потому что я знаю целая проблема, кто знает особенно сейчас с Украиной там, вот мне некоторые, чтобы перевести с Украины, большую работу проделывали, там им надо, да, отдельные счета открывать. Я постараюсь в Сбербанке узнать, честно, хотел, может быть, надо было к этому ролику, ну, всему свое время, ничего страшного, к следующему. Так-то у меня, в принципе, все есть, я достаточно известный, популярный средства, да, ну, Сбербанк для России, PayPal для, в основном, Европы, Яндекс тоже для России, WebMoney, в принципе, так скажем, мировой, да, ну, Western Union тоже никто не отменял. И вот я говорю, я знаю со странами СНГ, да, ближнего, дальнего зарубежья, вот этого, что ли, я не знаю, как его назвать, или все-таки бывшие страны СНГ, с ними бывают, конечно же, сложности. Я постараюсь для удобства решить этот вопрос. Ну, вот так вот у меня, наверное, все. Всех рад был видеть, слышать, хотя, кажется, я вас не вижу, но на самом деле не поверите, это внутреннее какое чувство, что я вас тоже вижу и слышу и чувствую. Всех еще раз приглашаю и на свой канал Христолюб Лайф, найдите ссылку. Кому что всегда непонятно, можете в личку мне или в комментариях под роликом писать, я продублирую обязательно какую-то ссылку, что вы найти не можете. Там посмотрите ролик о Телеграме, в Телеграм добавляйтесь, будем всегда на живой связи. Вот, чтобы тоже было попроще Давайте творить добро Делать мир лучше и светлее Помогать людям вот, С миру по нитке, голому рубаха вот. Мы не обнищаем, я думаю вот. А человеку будет счастье У меня на этом все Со всеми прощаюсь Адрес сайта у вас на экране В принципе, вы его и так знаете там все можно всегда найти, вообще там, так скажем, совокупность всей информации, какую я имею где-то разбросанную, там я стараюсь все концентрировать. Всех обнял, поцеловал, надеюсь на, на реакцию, на добрую, на скорейшую. Будем любить друг друга, не словом или языком, как Иоанн Богослов говорил, но делом и истиной. Пока-пока, до встречи на моих каналах. Всех обнял по братски и поцеловал.